студия нашего телеканала. Здравствуйте. С такими эмоциями активисты молодежного сообщества движения «Первых» ворвались за кулисы телеканала «Толк». Школьники и студенты из разных уголков края, мечтающие работать в сфере медиа, познакомились с профессионалами журналистского дела. Сколько вы писали инсерт? День. У нас день давался в принципе. Вот это вот вы писали? Нет, на общую работу задание. Я хотела тоже сказать, что это минут 10 пишется. Больше снимали именно материал в течение дня. Проводником в Мир ТВ стала главный редактор телеканала Елена Кузовкина. Ребята открыли секреты создания новостного материала, попробовали себя в качестве телеведущих, корреспондентов и спикеров. Ребята, почему вы хотите работать в сфере медиа? Для меня сфера медиа – это не просто для снятия репортажей и тому подобного. Это крайне универсальная вещь, которую можно использовать как в повседневной жизни для освещения собственной жизни, на работе, как освещение своей рабочей деятельности. Медиахолдинг «Сибирская медиагруппа» стал крупной площадкой для участников медиафорума «Профориентация». СМГ – это целый комплекс редакций СМИ. Это ТВ, радио, информационный портал, газеты и журналы. Здравствуйте. Главред издания «Комсомольская правда» Барнаул провела мастер-класс для юных журналистов. «Комсомольская правда» – это издание федерально. Что это значит? Оно выходит по всей стране, и в каждом регионе есть свое представительство. У нас есть радио, газета и сайт. Вот сейчас вы находитесь в святая святых студии радио «Комсомольская правда». О работе в соцсетях и продвижении своих материалов на различных платформах ребятам рассказали журналисты портала «Толк». Под впечатлением остались все участники форума. Я сам такой горю идеей снять что-то классное, такое, чтобы интересно, чтобы это мог кто-то увидеть, как говорится, рассказать о чем-то. Для меня это как в душе, можно сказать. И в принципе, вся вот эта деятельность, которая проходит у нас на медиафоруме, она совпала, можно сказать, с моими интересами. И для меня это невероятные эмоции. Ожидания были вот как телеканала, то, что здесь вот будет много всего. И это вправду как и хотел, так и было. Кстати, возможно, именно эти ребята в будущем станут лицом телепередачи или голосом радиоэфира. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.